Личный состав построен, форма как с иголочки. Это первое, на что при проведении подобных мероприятий теперь обращают внимание. По словам начальника областного главка, порядок при работе полицейских должен быть во всем. Я думаю, что эти разводы показывают стабильность, показывают нашего сотрудника органов внутренних дел опрятным, подтянутым, подготовленным к несению службы и обеспечению безопасности нашего гражданина. Показательное выступление элиты правоохранительных органов, бойцов отряда специального назначения доказывает, личный состав в хорошей форме. Кроме штатных сотрудников, за порядком на улицах теперь следят и общественники, среди которых активисты ночного патруля, народного контроля и добровольных народных дружин. В их состав входят более 1000 человек по всей Самарской области. Отличившихся во время охраны общественного порядка поощрили благодарственными письмами. В результате принятым руководством ГУВД мерам, связанным с патрулированием, привлечением нашего городского сообщества к охране общественного порядка, результаты очень видны. Многие лихие головы, да, это реально сегодня сдерживает от каких-то поступков. В ходе общегородского смотра без поощрений не остались и сами стражи порядка. В несколько отделов неведомственной охраны области поступят 30 новеньких патрульных автомобилей. Также в ближайшее время на вооружение полка ДПС придут 10 мотоциклов БМВ, на которых инспекторы будут патрулировать улицы. Павел Баймаков, Константин Головин. События.